случае не на север едете? Мастер-ведьмак, можно вас? Может, у нас для вас работа найдется? Нас тут люди пропали и... Похоже, я на них наткнулся. В пещере, к северу отсюда. На них напала виверна. Один убит, остальные скоро будут здесь. Вот сука. Зря мы разделились. Не надо было их одних отпускать. А виверна? Вы ее убили? Один? Твои друзья не захотели мне помогать и награды не предложили. Ох, а откуда мне знать, что вы говорите правду? Давай подождем их, но тогда я возьму больше. Ладно, не надо. Боги вас покарают, если вы врете. Вот вам, держите-ка. Спасибо. Прощай. Thank you.
Я приехала издалека. Я ищу сына. Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберт, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой кавалерии, Назаирская бригада. Он не разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней, но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру,
Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. И мы вернемся домой. Я встретил одну нильфгаардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Дезертиры пытались сбежать верхом, а здесь их уже нашли. Сбежали на болото. Сбежали на болото. Рыжий. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать.
Но... Узнал ты что-нибудь о моем сыне? Да. Я хочу услышать правду. Какой бы она ни была. Мой сын мертв. Как это произошло? Он дезертировал, его поймали и повесили. Ложь! Я нашел его и несколько других тел. На дереве висело объявление. Мой сын не был трусом. Ты можешь верить во что хочешь. Я нашел при нем письмо. Тебе. Дорогая мама, может быть, я пишу тебе в последний раз? Во всех тех письмах я лгал себе. Прости, я не герой. Убийство Нордлингов не приносит мне радости. Это место – настоящий кошмар. Я держался, но я больше не могу. Недавно нам приказали убить пленных. Ты знаешь, как это убивать беззащитных людей. Я должен бежать отсюда. Деточка моя, я всегда буду любить тебя. Вот, возьми свою плату. Император поведет нас прямо на Новиград. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Бывай. Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Гардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Отлично.
Похоже, он умер от яда. Так, стоп. Печени нет. Может, ее трупоеды выжрали? Они закопали риданских пленных в лесу. А гули их разрыли.
быстрее. Шевелись, плотва. Давай, плотва. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. А что? Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёд и пест. Я узнал кое-что еще. Это был не патруль, а отряд палачей, которые вывели риданских пленных в лес и казнили. Это война. Проиграл, умер. Этих людей так просто не забудут. Кто-то начнет их искать. В Нильфгарде любой солдат, попавший в плен, считается мертвым. Это были риданские пленные. Ридания скоро станет провинцией Империи. Готов поспорить, еще до Саувины над риданской столицей взовьется знамя с великим солнцем. Давай плати, Нильф, нет у меня желания философствовать. У меня тоже. Ты это заслужил. Держи. И оставь меня. Давай, плотва.
Вперед, плотва! Пошла! Давай, плотва! Лезут отсюда, лучше все подорвать.